пятницу 15 мая одновременно на сайте Европейского инвестиционного банка и на сайте Одесского городского совета размещены объявления о начале тендера. Мы собираемся осуществить эту тендерную закупку, новые многосекционные вагоны в количестве это 14 единиц. Закупка эта будет выполнена за деньги Европейского инвестиционного банка. По техническим характеристикам этого нового подвижного состава, это будут абсолютно новые современные вагоны, вместимостью не меньше, чем по 250 пассажиров. Это сочлененный подвижной состав со 100% низким полом. Хочется отметить, что это очень важный шаг в это развитие маршрутной сети в городе и, безусловно, важный шаг по обновлению этого подвижного состава. Напомним, что также мы собираем самостоятельно силами вагоноремонтных мастерских от ТКП «Одесс», «Горэлектротранс», вагоны «Одиссей» и «Одиссей Макс», это которые в дальнейшем вместе с вновь купленными составами и будут это работать на маршруте «Север-Юг».